Друзья, я вам принес подарок. Да! Это яйца с сюрпризом с фермы Зенона. Ух ты! Хотите их открыть? Да! Яйцо дядя, ты где? Я здесь, как дела? Это красное яйцо. Откроем его? Да! Открываем. 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 Сюрприз! Это Зенон! Ура! Зенон в нашей семье дядя. Расскажу одну историю, что давно произошла. Когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Яйцо, брат, ты где? Я здесь, как дела? Второе яйцо синее. Давайте откроем его. Да! Открываем. 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 Сюрприз! Это Тито! Ура! Тито в нашей семье брат. Расскажу одну историю, что давно произошла, когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Веселое яйцо сестра. Ты где? Я здесь, как дела? Третье яйцо желтое. Откроем его. Да! Открываем. 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 Сюрприз! Это Мария. Ура! Мария в нашей семье сестра. Расскажу одну историю, что давно произошла, когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Яйцо, брат, ты где? Я здесь, как дела? Последнее яйцо зеленое. Откроем его, ребята. Да! Открываем. 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 Сюрприз! Это я, Хуан. Ура! В нашей семье я брат. Расскажу одну историю, что давно произошла, когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Вот и вся семья. Зенон и его племянники. Тито, Мария и Хуан. Да! Как было здорово поиграть с вами. Пока!